да, тут мало тогда. Хлопнись. О, какой кораблик. Какой-то большой корабль. Ненько. Я села. Я понял. Я обтекаю водой. Ты обтекаешь? Ты с кем-то ругалась, что ли? Чего ты обтекаешь? Нет. Блин, не видно ни хрена. Не видно? А, куда плыть? Камень по курсу. Там каким клавишем можно было прибавлять и уменьшать карту? Колесиком. Колесиком можно было. Колесиком. Нет. У меня колесико. Нет. У меня нет. Я не знала. Блин. Мы больше такую же черепаху, кстати, не встречали, или что это было. Ну, остров, который у нас. Просто потонул. Да, просто можно спать тогда, где он должен появиться. Привет, Анна. Привет, Эр. Спасибо, что забежал. Ну, привет. Как тебе, все, что хорошо? Как работа? Как семья? Блин. Как-то можно, как-то я делал, запомнил и все. И как вот запомнил, так и забыл. Потрясающе. Ну, это хорошо, что все хорошо. Это прям не можешь не радовать. Ну, там впереди какие-то камни есть. Да, посмотрим. На земле. Давай. Я, да, жив себе назвал. Не дождусь. Блин, какой же клавиш я это делал, это интересно. Ну там уже спортивный интерес. А, вот, так. Б, Ю, Б, Ю. Ага, вижу. Большой дракар. Да, не маленький, это точно. Я помню нашу старую лодочку. Кого-кого? Нашу лодочку. Следующий, да. Она маленькая, по крайней мере. Так, предлагаю ход конем. Плыть, пока не увидим что-то похожее на... Давай. Ах, да пофигу. Просто садись. Деревья, камни. По курсу от справа страны. Угу. Это что, наверное, туманная земля? Да, ну там видно, что туман сплошной. Объективности ради. Да, они на карте отмечаются, как туманные земли. Угу. Это какой-то маленький остров. Ну, так получается, но ну, что ты ко мне заходишь каждый раз, когда уже уходишь спать. Вот, там деревья вижу, может там высадимся? Давай. А какие могут быть деревья в туманных землях? А, это, наверное, равнина. Или черный лес. Или что-то соединено вместе. А, самая легкая локация, я не помню. Судя по деревьям, вроде черный лес, кстати. А судя по туману, там все-таки это туманные земли есть. Да? Ну туман видишь? А впереди, да. Угу. Черный лес, этот кусочек. За водой есть что-то? Слушай, пока только земля, рыбки, которых надо на удочку ловить. И это самое, как его... Ой-ой-ой! Вот этот нежданчик. Вот, и дракон, которого надо... А, ну все, все, вот здесь мы будем высаживаться тогда, на переходе как раз, чтобы не бегать. Давай. Ничего не видно вообще. Вообще. Да стой, хорошо. Вася. Витя. Да, нос устарелый, аргументированно. Доклад, наверное? Нет. Так, Лера, ты у нас эрудит. Что это за слово? До... Донос. Ну, донос, по идее, так и есть. Так, я понял, мы уперлись. Камень этим, как его? Как ты не знаешь? Ты что? Такого не может быть. Ты все знаешь. Устаревший. Устаревший аргументи... аргументный какой-то довод. О, довод. Донос это довод? Чё? Кого позвать? А где паркуешься? Да я сдвинуться с места не могу. Блин. Приплыли, блин. Камень. Ну тут механика такая специфическая. Она дебильная здесь. Так. Теперь прямо. Да, сразу. Ой, с буксами прям. С пробуксовочкой. Хорош, да, дрифт. Токийский дрифт, да. Токийский дрифт? Да. О, я вижу землю, аллилуйя. Да. Сейчас эти невеселки побегут. 20%. Угу. Мне надо еще какое-то место такое найти, где бы я мог разобрать лодку, очень прикол. А, разобрать? В черном лесу, наверное. Да, ё-моё.
А, о, чувак, я не могу ее сломать. А, да, я не могу так сломать, прикол. Не можешь? Нет. А. Ну, по через клиентку не могу только разломать. Прикол. О. У меня, в принципе, жесткие, либо делать все плохо, либо никак. Ты что, уже вперед побежал? А, нет, вот. Я плаваю. Я так понять не могу, вот лодка, что-то какого-то ресурса не хватает, вот. Подрал? Древесина... у меня перевес случается сразу после этого. Давай мне, скидывай. Нет, мы сделаем по-другому. Мы сделаем вот так, ты постой здесь недолго. Я просто закину... чтобы не сломали. Так, надо куда-нибудь сложить в один ящик, чтобы потом не искать 200 раз. Ой. Здесь пустой ящик был. Да блин, господи. Что там? Козёл. Кто козёл? Ты чел. Чел козёл? Работает? Отключил. Так, все, возвращайся. Чё ты верстак не сломал? Напал кто-то? Да он как побежал и сразу перстак угол. А я пока дошел, он же там ступень пустил. Вон ногой. Угу. А топор-то медленнее все-таки, чем мамечка. Так, все, можем идти. Слушай, а я чего-то понахватала. Нам что? Камень, дерево, одну штучку. Не нужен. Ну ладно. Так, черный лес еще написано. А вот это туманные семьи. Главное, черный лес в тумане еще. Ну, там и сравнение такая же история есть. Ну вот, смотри. Оп. Подожди, дай я, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Я немножко топор покачала. Да ё-моё. Блин, скатывай. Такая же история, блин, мне сейчас будет больно. О, да, детка. Я упала! Хорошо упала, да. Случай, предоставляющий нечто очень смешное. Момент? А, нет. Случай, предоставляющий нечто очень смешное. Что-то так плохо прыгает. Миленько. Ух ты. Я говорю, Вера всё знает, походу, дело. О. О, ты молодец. Спасибо. Помогёшь. Ага, до этого свалилась? Ну, все мы падаем. Но потом же поднимаемся, другая да. Просто опустила ли ты руки? Ой. Ты руки не опустила. Да сейчас, не дождёте. Так, ну сюда. А, это водичка? Да. Водичка. Туманная земля, да? Ну, как бы да. Так, что там все по краю, да по краю. Стамина. О! Чё? Где-то эта херня. Летает? Угу. Ну не очень хорошо. О. Здрасте. Балин попала? Да-да, я не слабо, я тебе хочу сказать. Чуть-чуть я тут застрял. Балин, хп. Сейчас, давай сюда. Смотри, ты. Давай сюда. Сейчас помрёшь, не верю. Сейчас. Ай, я сейчас сдохну так. Хорош, живи. Нет, я сдох. Балин, налево. Просто убегай. Только надо было вещи с меня забрать. Да. Да, ты вы чё? Только живи. Я воду свалилась. Капец, вылези оттуда. Ай, меня воду тащит. Все. Здорово, мужик, чего-то делаете. Вот тут расплодилось-то. Капец, только я жива. Мне надо добрать твои шмотки. Портал. Ну, да, там портал, да. Так, а где ты? Я дома. Нет, в смысле, твой этот где? Я просто свалилась. А, где ну, твой этот? Ты не видишь моего трупа, да? Почему-то я... По-моему, вот тут вот это. Вот где-то здесь было. А, ты не увидишь от нас. Так, иди. Во, вижу. Да. Нашла. Лишь бы эта кадина меня не заметила. Я сейчас здесь поставлю портал. Капец, ты тут помер. Ну да, меня тут накидали бодро. Так, мне нужно... Блин, я устал прокачивать. У меня лук уже до 69 откатился. Блин, а я вот тут прям не поставлю же, наверное, да? Да почему он там почти везде ставится? Да? Ну ты сначала этот, как его? Верстак. Нет, здесь ага. Красная зона. Нужно
Сейчас вниз спущусь. Сейчас я туда. А дальше от него? О, травка. Нашла. Зеленеет. Травка зеленеет, солнышко блестит. Так солнышко может блестеть. Так, готовься, ставлю портал сейчас. Я тут. Портал. Как портал назывался? Пещера. Пещера, да? Угу, пещера. Пещера, ну так пишу. Да. В смысле, не подключу. Во, подключился. Спасибо. Привет, Джаст. Привет. Вот тут на самом деле. Сюда вот залезть. А, стамина. Да, я тебе твою? Да. Вот тут на забраться. А где мой труп-то? Вот здесь и налево. Вон, видишь? Ага. А, вижу. О. Так, а где моя киянка? У меня сейчас. Иди сюда, я тебе сейчас все отдам. На. Ох, я кому-то сейчас напихаю. Спасибо. Пожалуйста. Блин, я идиот. Чё опять не так? А, портал. Угу. Угу. Ох, я кому-то сейчас напихаю. Прыжок 27. Ну, где-то падает. Блин, здесь просто скалы, и неудобно с ней тут драться. Вообще неудобно. Стамин быстро заканчивается. Это питает, слышу. Угу. Я не вижу пока. Да что ж такое-то? О, вот она, блин, она меня спалила, Джаз! Сейчас я напихаю. О-о-о! А как она меня обнаружила вообще? Слышу, он давно что-то орёт. Блин, на самом деле получится. Нет! 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 Беги, беги, беги. Да куда? Ой, я застряла, блин, в локации. Я в какой-то дырке застряла. В текстурах, как все. Аминь. Сейчас на шоу выбросил, выбрался. А где я? Что за дурацкое место, ебу? Так, забралась. Ты где-то рядом, пока я тебя не вижу. Во, вижу. Я на самом деле разобрался. Я нашла тебя, подожди. Угу. А он вот с той стороны справа был? Был. Ты его убил, что ли? Да. Что, быстро-то? Я сказал ему, напихаем урода. О, можно по деревцу, по дереву-то ходить. Миленько. Неудачно он нас тут поймал, так, конечно. Угу. Да, местечко интересное было, конечно. Принял он нас со всем радушием. Со всей радостью и любовью. Такой любви обильный, аж глаза плачут. Фига, клещ. Блин. Это от него остатки, что ли? Mm? Его остатки, я не просто а, клещ. Дверги где-то здесь, погоди. Где-то здесь дверги. Как ты лихо его замочил. Я просто испугался. Ого, привет. Так, дверь. Ага. Привет, привет. Один, а что он тут один делает? Они как помощники на этой локации, типа. Ну да, наверное. О, поле такое, тут не может не быть ничего-нибудь. Там что-нибудь должно быть. А. Тут вообще поле, понял. Чё-чё-чё. Вода? Понял. Ну там все, конец острова. А, все? Угу. А вон, смотри. Вон дверь. С этой штукой. Да не, ну это пускай стоит. Опять? Опять? Пройдет. Где? Ну ты слышишь опять это? Да. Это рядом. Нет, это, да. Да бах на неё, короче. О, вижу. Его? Нет. Искать его. О! Еще раз. О, это что-то с мостом, слушай. Это, блин, стамина. И ты один их замочил. От меня толкнули. Да не, почему? Какая забавная пещера. Вот такую еще не видели. Какая здоровая. Ага. Давай портал поставим, стой на всякий случай. Нет? Это она. О, летит, где-то летит. Где-то летит. Где? Ну, слышу. Звук, слышишь? Да. Давай поставим портал на всякий, пожалуй. Сейчас поставим, погоди. Угу. Не выполнено условие. Древесины нету, 10. А, у меня. Извини. Это гадина где-то тут летает, а ты чё? Я зашёл случайно. Пойди. Ой, странно, да? Такое мы ещё не находили. Как-то не пометилось оно никак на карте. А, это мы сами должны пометить, да? Ну да. Так, слушай, час ночи, я предлагаю вот на этой ноте. Мне прям интересно посмотреть, что тут.
Сам вышел. А, заражённый рудник. Хоть какой-то да, другой. И тут завершить, и пойдем уже в следующий раз. Ну ладно, хорошо. Все, ребят, спасибо всем, кто был сегодня со мной на стриме. Всем приятного... Чё, приятной ночи, доброй ночи, хороших вам снов, приятных праздников. Наступивших, будущих. Всех люблю, целую, всем удачи, всем пока-пока. И последнее слово Лене. Всем спасибо и спокойной ночи, пока-пока.